Не против, если я сделаю нарезку этого стрима? Я укажу канал. Ты можешь, как говорится, на всех моих стримах нарезки делать. Я лично не против. Можешь во всех моих каналах. Хоть на втором канале, где я там Линча смотрел, хоть на основе, хоть на украинском, хоть где. Я лично не против. Я вообще ждал, что когда-нибудь кто-нибудь сделает нарезку на меня. Вот думал, жду, может кто-нибудь из команды сделает. Но, к сожалению, я не дождался и пришлось смириться. И в итоге тут ты, Кевин, написал так. Хоть какая-то польза будет. О, Кевин Пайперс! Кевин, здорово, Кевин! Снова йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Здравствуйте, дети! Нахуй пошел! Я ваш новый учитель, обучать вас пришел! Давайте, пожалуйста, устроим тишину! И сядьте по местам, ребята, я урок начну! Класс! Завали ебало, пидорас! Ну, прости, что ты сказал? Эй, кто кинул мне резинкой в глаз? Кнопки на стуле, смешно в натуре. Но давайте все-таки начнем урок наш, а? А хули ты пришел сюда? Ну похуй на тебя! Что ты сказал? Покажите, кстати, еще видео, как меня слышно. Себя так, что ли? А вы, девушка, перестаньте клацать в телефоне. Так кто ты такой? Как кто? Я учитель, я преподаватель. Да ты отстой, ты бандитор и мозгоебатель. Ну все замолчите. Замолчите все. Заткните же. Типа глав учитель. Это не класс. Они сорвали мне урок. Они меня оскорбили. Издеваются, суки. Я знаю, что я сделаю. Где моя игрушка? Ага. Вот моя детка. О, Глэм. Сейчас запахнет свинцом. Я, конечно, не косел. Блин, я угораю над его рожей. Это как в этих мультфильмах. Где вот такие вот прям глаза? Ну, порядок должен быть. Порядок должен быть, а? Закрывали все рты, сосунки. Все бред свинится с места, там выбью мозги. А выключали телефоны, да, ты поняла, сука? Слушай меня внимательно и взять не звук. Можно выйти? Что? Можно выйти? Нет, нах, сиди. Мне насрать на то, что ты усрешься, блядь, ты. А ты, скотина, кого назвал? Ну, пидораса, на? Учитель, извините, пидораса я. Согласен. А, кстати, кто-то там, куда-то там меня послал. Ну, сука, пуль, отправляйся в ад, не формал. Да я ебал вас всех учеников, не лучше. Я не козел, но порядок должен быть в любом случае. Иначе и не может быть, порядок должен быть. Но не успел урок, буду брошенный. Наверное, пора уже все заканчивать. С вами был, как говорится, Мистер Данька. Всем пока.